Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1534. События дня. Эпиграф. Иоанна 13:13. Двоеточие не стоит между ними, потому что система не пропускает здесь. Потом заменю. Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Ну и далее. Просто посчитайте сами, какие места подтверждают это. Затормозите курсором, а я передвигать буду. Это за 23 февраля 2020 года. Ну и обращение за помощью, помочь брату Игорю Барабашу. Комбайн приобрести. Комбайн — это не велосипед, это несколько миллионов. Ну, если бы помаленьку кто-то помогали, мог бы купить. А так на развалюхе ездит. Четыре видеоролика. Посмотреть, как живет он, и что, и как. Это названия роликов, какие появились. Ну, то стихотворение написали Есенина, послание евангелисту, в кавычках, Демьяну Бедному. Ну, я его знаю наизусть давно, но там слова другие во многих, и я считаю те правильнее, чем эти. Здесь слабо выражено в этих местах, я не стал даже, почти в каждом куплете какие-то изменения. Вместо коммунизма мат к единственному истинному свету. Ну, может, тут и не так, но...
Что спрашивать? День воскресный был, как всегда. Мне пришлось раньше вставать. В 4:40 общий подъем. С 8 богослужение без батюшки. Собрание. Там и болячкой говорили. Потом обед. И занятия. После занятия я сразу зашел в чат-рулетку. А так договорились в 4 часа заходить. А я уже набился так и... Ну, раньше маленько вышел. А потом в 6 занятия опять по Слову Божию. Вот так воскресный день и прошел. Радостно, благословенно и безгрешно. На этом все.